В этом видео я хочу рассказать, как работает фильтр в приемнике трансивера MB1 и каким образом можно организовать настройку фильтра, чтобы осуществлять отстройку от помех. Обратите внимание, что мы сейчас принимаем слабую станцию, которая мешает помеха. Помеха в виде несущей. Сейчас я переключу как видим, справа от SSB сигнала работает телетайп, который усложняет нам жизнь. При полосе приема 3 кГц этот телетайпный сигнал попадает к нам в полосу и, соответственно, мешает принимать слабую станцию. Убавление полосы до 2,7 кГц полностью освобождает нас от паразитного сигнала и позволяет работать на прием. Как видите, станция RTTY сигнал находится впритык, можно сказать, к нашему фильтру, вот, но его по приему нет. Можно даже чуть-чуть расширить. Также при желании можно навести курсор мыши на край фильтра, потянуть. Видно, да? Срез сейчас находится на частоте 2810 Гц. 2900 мы слышим помеху. Примерно 2850-2840 помехи уже нет. То есть 50-60 Гц отстройки от сигнала, и мы его не слышим. Сейчас мы посмотрим тот же самый эффект в телеграфном режиме. Сейчас включен 400 Гц фильтр. Как видим, край фильтра буквально вплотную находится с станцией, и мы ее не слышим. Я включу 100 Гц фильтр. И для наглядности просто буду производить отстройку по частоте. Сейчас частота 14 177 014. Примерно 150 Гц отстройка по частоте. То есть это я не край фильтра отодвинул от станции, а перестроил всю полосу фильтра. То есть буквально у меня полоса фильтра 100 Гц, я отстраиваюсь на 150 Гц или 150-200 Гц и могу спокойно работать, принимать слабую станцию на фоне мощной. Динамический диапазон приемника 130 дБ. Позволяет принимать станцию уровнем 1-2 балла и при этом принимать мощную станцию порядка, сейчас скажу, 9 баллов плюс 70 в среднем, может быть чуть больше, чуть меньше, вот. Без каких бы ни было проблем можно принимать. Единственное, зависит такая возможность от того, насколько мощность сплиттера от нашей станции мощной идут во все стороны, и, соответственно, возможность приема слабых станций.
Также хочу заметить, что для более комфортного приема в широкой полосе, к примеру, как сейчас 400 Гц, трансивер имеет аналоговый пик-фильтр. Сейчас я добавлю усиление по радиочастоте. Слышите шум эфира? Давайте еще чуть пошире сделаю. 500 Гц. Включаем APF-фильтр. Видим, как заметно убавляется уровень шума. Давайте на вот эту станцию. Вот. Станция с уровнем 4 балла. Уровень шумов тоже примерно 4 балла. Герц полоса, но сейчас станция ушла в QSB или просто на прием. Вот есть. Включаем APF. Уровень шумов заметно снизился. Ввиду того, что полоса пропускания фильтра является не прямоугольной, а примерно колоколообразной. Так. Буквально на шумах сигнал. Стрелка почти не отклоняется. Принять можно, в принципе, на динамик даже. Буквально полбалла.